Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами снова Кромбл, сегодня мы с вами продолжаем играть Walking Dead, господи, The Walking Dead, новый рубеж. Как я могу тут запинаться? Это выглядит ничего, но тут одни простые углеводы, ничего питательного. Это вкусно, клинк, остальное не имеет значения. О, брат! Хави, знакомься. Клинт занимается производством еды, посевы, что ты видел, его рук дело. Джонс помогает нам с внешним миром, она контактирует с другими поселениями. Приятно познакомиться, Хави. Я так понимаю, мы с тобой хорошо нехорошо обошлись. Надеюсь, с тобой не грубо. Я не жалуюсь. Жаловаться не на что. Я так понимаю, у вас есть правила, что и как делать. Спасибо. Нам надо быть осторожнее. Думаю, ты понимаешь. We were just about to eat. Мы как раз собирались кушать. Клин пытается убедить меня в полном превосходстве его шпината со сливками над моим великолепным каким-то там тортом. Это не соревнование, шпинат имеет питательную ценность. Хави, посмотри на тот стол. Скажи, что ты предпочитаешь закинуть в желудок. Я не могу так просто сказать. Все хорошо выглядит. Все отлично выглядит. Я все хочу. Какая вежливость, Дэвид. Он точно твой брат? Дипломатам верить нельзя. Они всегда говорят не то, что думают. Прошу, устраивайся поудобнее. Мы ценим открытость, так что извини, если я буду слишком прямолинейно. Мы обычно строги к тем, кто кому открываем двери. Словно твоего брата много стоит. Это как? Решение здесь принимаем мы втроем. И доктор Лингард. Так что да. Те, кто решает остаться с нами, приходится полностью нам подчиняться. Я не хочу сказать, что ты откажешься, но это в особенности для очень независимых. People get used to doing as they please. No offense. Без обид, но с какой стати вы тут руководите? Уже нас проверяешь? Просто любопытно. Кто ведет войска в бой? Все, что ты видишь, мы построили сами. Если это не дает нам право управлять, то я уж точно не знаю, что нам дает. Когда мы с Джон встретили твоего брата, он пытался вытащить фрукты. Мы наткнулись на него, когда он медленно убивал сад на реке. Такая, блин, музыка. Я помог ему. У нас было все отлично, пока это не продолжилось. Что случилось? Мы всегда... Что всегда происходит? Потому что мы затеряли что-то. Я немножко не успеваю за этими диалогами. Я не знаю, почему они такими быстрыми-то стали. Господи, никогда Walking Dead не был таким быстрым. Я всегда за всем успел, а сейчас прям просто какая-то жопа. Интересно, зачем этот милый рисунок на теле? Это наша проверка на верность. Я видел уже такое место несколько раз. Ты, наверное, видел ее на воротах, верно, Хави? Для всех нас это знак верности группе. Это был грубый ответ на трудный вопрос, но это всегда срабатывало. Прошу, пойми. Когда мы только приехали сюда, первая зима была ужасная. Мы многое потеряли. Близкие люди, без которых в жизни остались пустота. Защищать моих людей от такого, вот что не дает мне спать по ночам. Я из-за этого стала настоящей совой. Знаю, я знаю, каково это. Смотреть, как страдают близкие, ужасно. Я просто хочу защитить их от всего этого. Это благородная цель. За нее стоит бороться. Опа. Макс? Ты что тут делаешь? Я за ним послал. С каких пор он перед тобой отчитывается? Насколько я слышал, он хорошо знает твоего брата. Они друг друга обстреляли у наших стен. Ха, был дело. Серьезно? Вы с Максом враждуете? Ну, скажем, на свадьбу я бы его не пригласил. Черта с два я бы пришел. Хорошо, я же говорю, что я тебя не пригласил. Макс, с чего все началось? А ну давай, расскажи. Не смотри на него. Ты обязан говорить правду. Мы его застукали, когда он сливал бензин из этих машин. Извини, Дэвид. Я знаю, он родня, но твой брат вор. Это правда? Не совсем. Я не знал, чья это машина. Отвечай, я собирался все, что мог найти. Я не знал, что он ваш. Если бы ты попросил, мы бы тебе дали. Ну конечно, блядь. Поэтому вы вооруженно на нас напали после этого. Че ты рассказываешь? Это не все. Он застрелил Руфуса в спину.
Ты это сделал? Блять, ну вот зачем? Мы с зрителями это решили, я до этого не стрелял, но все как... Вот как я должен сейчас ответить? Ты меня пистолетом оглушил. Я очнулся в грузовике с пластиковых наручников. Этим ничего не исправишь. Руфус вел вас сюда. Мы не собирались причинять вам вред. За кого ты просишь нас поручиться, Довуш? Дэвид, серьезно? Знаешь, мы не можем просто открыть двери убийцам. Думаешь, я плохой человек? Вокруг полно маньяков гораздо хуже меня. Но я вообще не совсем это хотел сказать. Не понимаю, о чем ты. Мы очень требовательны к своим людям. Да вы что? Хави, ты хочешь что-то сказать? Именно, блять, хочу! Твои люди убили мою племянницу. Один из твоих людей, придурок по кличке Барсук, всадил пулю в маленькую девочку. В мою племянницу, дочь Дэвида. Что? Черт, Хави, я говорю же тебе, я разберусь. Нет, Дэвид, этому вонючему братцу хватило наглости меня обвинять. Но они с Барсуком целый город уничтожили. Хватит. Нет, постойте. Нужно выслушать. Go on, Хави. Sounds like you've got more to get off your chest. Из-за них Прескотт наводнились ходячие машиной, их пригнали. Это правда, Барсук? А не я. Вы же были все рядом. Я пытался его остановить, клянусь. Проигрывает. Дэвид, мы тебя предупреждали? Солдат не подставлять. Мы всего не знаем. Мы знаем достаточно. Он оправа, Дэвид. Ты теряешь контроль. Я хочу, чтобы они ушли. Все до одного. Отведи их остальных в изолятор у ворот. Ну отлично, Ири, сразу же лишили, блядь, вторую проблему, нас сюда не впустят. Дай им оружие для самозащиты, но не более того, и выставь их вон. Чё ты смотришь на меня? Окей. Вот мы и решили. Пойми, мы ничего не докажем. Не сейчас. Кейт и Кейт будут в безопасности, и твой друг-доктор тоже, но остальные... Вам придется что-то делать, что они говорят. Я не могу оставить Кейт и Гейба одних. Они будут не одни. Я буду здесь и позабочусь о них. Сейчас я могу тебе помочь, но смогу ли позже? Просто постарайся выжить, ладно? Не, ну молчать сейчас это было бы такой глупостью, если честно. Сами они разберутся, ни хрена себе. Они должны были это знать. Неужели он молчал бы от остальных это? И после этого я еще плохой пиздец. Создание лучшего будущего. Еще одна ачивка. Я вообще ни при чем, я как котёнок. Нормально. Тебе повезло, что я не выдавил твои чёртовы глаза. Слышишь, ублюдок? А где оружие? Я что-то не чувствую, чтобы нам дали пушки и защиту какую-то. А, ну вот. Это собрал Дэвид. Он? Они сказали, шагай. Что насчет Элеонор? Шагай. Хрена тебе, отвечай на мои долбанные вопросы. Это ничем не поможет, Элеонор. Не делай еще хуже. О, не-не-не-не-не. О, господи. Вот это удар у девочки, а? Не облажайтесь. Несколько миль к западу есть поселение. Не возвращайтесь. Ничего не обещаю. Мы, я думаю, все-таки вернемся. Трипа вырубили одним ударом. Охренеть. Это какой удар надо иметь? Я же сказал, не надо. Эх. Играй по правилам, сказал он. Мы верили тебе. Все шло по-хорошему. Поначалу. Я не знаю, что там случилось. Но теперь нам надо уходить. Что ж, я совершенно уверен, что случится здесь. Давай просто посмотрим, что они нам дали. Зная их, наверное, только нож для масла и жвачка. Они могли бы пристрелить нас не единожды. Ох, черт возьми, по-соседски. Там оружие, да, есть? Ну хотя бы какое-то, пожалуйста. Дубина, блядь, что, серьезно? Что это? Похоже на карту, сомневаюсь, что они дали ее каждому. А вы сказала, что сумку собрал Дэвид. Какого черта она привязана к бейсбольной бите? У Дэвида всегда было плохое чувство юмора.
Так, а это что такое? Это новое поселение, что ли? Это мы здесь. Хорошо. Это Ричмонд. Это уже что-то. Почему? Мы же не можем туда вернуться. Зная, где это, мы можем определить, где мы. Так, это что за значки такие? Это что такое? Похоже, они расширяются. Некоторые из этих областей помечены как очищенные. Уверен, что Дэвид хочет, чтобы мы шли сюда. И если это здесь, то я думаю, что мы можем пойти этим путем. Просто пойдем на север. И чтобы найти север, мы должны найти полярную звезду. Это же самая большая звезда, верно? Так. Должна быть самая большая звезда. Я не особо вообще понимаю, что есть что. Созвездие, блядь. Ну что созвездие? Вот это медведица. Это ковш. Это... Не знаю. И что? Ну, предположим, вот здесь. Вот. А я правильно сказал? Нам нужно идти тут сюда. А я правильно сказал, ребят? Что там еще есть? Немного. Фонарик, недостаточно оружия. Да. Никакой еды. Серьезно? Да нам даже еды не дали. Идем. Какие-то ножики, блядь, биты. Спасибо большое. Трип, ну же. Что такое? Я не могу больше никого потерять. Я тебе отвечаю, я не могу. Преска, Конрад, возможно, Элеонор. Это слишком. Ты никого не потеряешь. Я этого не допущу. Ловлю тебя на слове, Хави. Прости, мужик, тяжелый день. Если не сказать больше. Я знаю, ты прикрываешь меня, а я тебя. Конечно, пойдем. После тебя. Автоматами провожают нормально. I gotta tell you, man. Должен сказать тебе, мужик, я думаю, что ты и Кейт, ну знаешь. You know. Мне бы и в голову не пришло, что она замужем. Не за тобой. Я не осуждаю тебя, мне просто интересно, в чем дело? Так шаш не крутим. У меня нету к ней чувств, но у нее есть ко мне чувства. Она жена моего брата. Она часть семьи, вот и все. Да ладно, приятель. Ты не дурак. Когда дело доходит до таких вещей, история иногда не заканчивается. По крайней мере, не для всех. Это всегда непросто, да? В плане. Когда ты любишь, кто любит тебя, если они одно и то же или нет. Как ты думаешь, понимаешь, о чем я? Ты прав, чертовски непросто. И она никогда не бывает простым. Элеонор и я, мы были чем-то когда-то, а теперь ничем. Я уважаю ее желания, правда. Я просто хотел бы, чтобы мое сердце уважало мои... Что такое? Опа. Иисус отдал команду. Иисус кого-то заметил. Что-то. Или кого-то. Что у тебя там, мужик? Послушайте. Что-то едет. Скажи мне, что ты не то, о чем я подумал. Около мили от нас, в том же направлении. Мы не можем наткнуться на ходячих в любую секунду. Нам нужно убираться. О боже, не хотелось бы, если честно. Но это не так много. Можем разобраться. Okay. Ладно. Взбодрились. Взял их. Как же он красиво дерется. Поехали. Не! Ох, она стальная, хорошо. Прям бейсбольная. А ну, хоумран! Да, не знаю, что это такое, но звучит классно. Пошел вон. Получи, урод. Давай, приятель, двигай задницей.
Ой-ой-ой, еще один. You want a piece of this? Хочешь получить? О, еще один. Черт подери. Этот встал. Так, ну-ка, отойди. Твоя. И твоя. Оу, или не твоя. Обниматься полез. А, этот еще не грублен. Бита такое себе оружие. Так, пошли оба. Что-нибудь. А, Иисус. Раз, два. Слушай, а это не... Клементина, блядь, я думал, это Ису. Ну, привет. Тебе стоит быть поосторожнее с этим. Спасибо. Ты-то тут какими судьбами, Клементина? Теперь мы квиты. Я думал, что ты выбралась отсюда. Я и выбралась, но повсюду ходячие. Мне пришлось обмотаться кишками ходячих, чтобы скрыться. Ну же, мы идем в ближайший завод. Там должно быть безопасно. Я думала, вы идете в Ричмонд. Новый рубеж выкинул вас? Неудивительно. Не все. Кейт и Гейб все еще там, с Дэвидом. Дэвид? Этот придурок все еще где-то рядом? Это прозвучит странно, но он мой брат. Что? Погодите. То место, куда мы идем, про него Дэвид сказал? Там должно быть безопасно. Клем! Ты не можешь верить ему, Хави. Я научилась этому на собственных ошибках. За этим названием стоит одна ложь. Это ложь, которая говорит тебе, что ты можешь им доверять, что ты им принадлежишь. Им плевать на своих людей. Они обещали, что помогут ему. Неужели он бросит своего брата? Но они хотели позволить ему умереть. Опа! Флешбеки от Клементины уже третий раз. Ну-ка, ну-ка. О, маленький мальчик. Эй-Джей, мы найдем нужное лекарство, Эй-Джей. Мне все равно, что они говорят. Тихо-тихо, ты главное не кашляй, ладно? Сильно. Мы всего лишь возьмем то, что нам принадлежит, ну или не принадлежит, но кого это имет, когда нам это нужно. Бедный маленький мальчик заболел. Так, тихо. Я надеюсь, ты не обратишься. О? Это кто? Тихо, ту-ту, песенку, я же тебе пел, все нормально. Все будет хорошо. Вот и все, малыш. Этот не проснулся, и хорошо. Так, тут... Оу, а что мне нужно? Так. Ван Кумики... Ван Сумисин, я не знаю, что это такое. Ван Сумисин, это что? Это Ван Сумисин? Что это такое? Devil Procs. Не то. Значит, это вот это. Вот. Вон, да, вижу. С второго раза. Должен быть шприц. Ну, вот шприц взять. Отлично. Причем с иглой уже. Это не очень стерильно. Один возьмем. Они же не сильно обидятся. У вас там второй флакончик есть? Я пошел. Держись, растяпа. Это... От этого тебе станет лучше. Так, тихонечко. Наверх. Готово. Тихо-тихо-тихо. О, блядь, проснулся. Клем. Клем. Доктор Лингард. Доктор Лингард. What's the matter with you? Что с вами? Я в порядке. Клем, Клем, don't. Прошу, не надо. The vancomycin. Этот ваномаксин. Последний. It'll be wasted on AJ. Эй-Джей, он не поможет Эй-Джею. I told you. It could save someone's life if used right. Я же сказал, you don't know that for sure. Вы этого не знаете. Sadly, к сожалению, знаю. It's это мое curse. Проклятие. Your curse? Проклятие? Knowing when someone's знать, когда gonna кто-то die. Умирает. I'm sorry, прости, Клем.
I tried everything. Я все испробовал, правда. I really did. This will help. Это поможет ему поправиться. Nothing can help you. А твоему мальчику уже ничто не поможет. Клем, положи лекарство на место, пока никто ничего не узнал, что ты их взяла. Естественно, нет. Положить лекарство. Да, мне похер. Ребенок важнее. Я должна попробовать. Посмотри сюда. Сейчас будет байт. Смотри, эй, Джей. Зайчик. Смотри, рэббит. А я сейчас резко так хякс и в тебя прямо. Так, быстро надо. Тихо, терпи, 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 терпи. Эй, Джей, тихо, плакать нельзя. Что вообще такое? Я сказал, что это плохая идея. Ты, блин, опять под кайфом? Ой, ты еще. Соберись, пока тебя остальные не увидели. С ребенком разберись, черт подери. Ты че, блин, вообще удумала? Вы перестали помогать. Не могла же я сидеть и смотреть, как Джей умирает. Перестали, потому что он безнадежен. Это растрата, из-за него может погибнуть кто-то в лагере, тот, кто помогает нам выживать. On, да ладно, Дэвид. Она только мальчику хотела помочь. Мы достаточно сделали. Его нужно было неделю назад в лесу оставить. Смотрите, помогает. Клем, это не так. Ему на минуту станет легче, не более. Вы и этого не сделали. Все вы. Это нечестно. Неблагодарная тварь. Мы тебя с распростертыми объятиями встретили, приняли в себя. Так вот, чем ты нам оплатила? Обворовала? Ставишь себя выше коллектива? Здесь тебе больше не место. Ты нарушила правила. Я приняла верное решение. Второе вы не захотели принять. Я вот сейчас решение приму. Барахло собирай и вали. Может, сделать ей дать еще шанс? Не спорь об этом, Пол. Ты же знаешь, что сказал бы Джоан. Извини, Клем, ты это заслужила. Идем, Эй-Джей. Мы все равно... Нам это место не нужно. Не, он остается. С чего это? Поезд ушел. Я без него не уйду. Эй-Джей не может передвигаться. Сейчас мы можем только облегчить его страдания. Я без него не уйду. Пусти его, Клем. Тебе только хуже. Тебе лучше... Так будет лучше для нас обоих. Да черт вас подери! На, ребеночка забрали, сукины дети! Вы чудовища! И что с того? За что это все? Не забывайте, я же своя. Уже нет. Вот и все. Дай ей попрощаться. Хотя бы мы это мы должны ей позволить. Ладно. Ты слышала, что она сказала? Плюнь Дэвиду в лицо, попрощаться с Эй-Джей. Естественно, попрощаться. Я люблю тебя, растяпа. Я люблю тебя. Come on, Clem. Идем, Клем. Я надеюсь, с тобой все хорошо будет. Не. Walking Dead, зачем ты вот по самым больным местам бьешь, Клем? Он говорит. А он до этого говорил? Он ни разу не говорил при мне. Ничего себе. Нет, ну пипец, ну игра, ну зачем? Ну вот... Я думала, что Эй-Джей наконец им станет. Им кем? Тем, кто не умрет. И он умер все-таки? Блять, он умер, ну что? Я не могу поверить, что Дэвид окажется таким бессердечным. Мой маленький растяпа. Вот что я получаю, когда доверяю другим людям. Опять. Ну не все такие ведь были, Клем. Серьезно, мы с тобой прошли так много, и не все были засранцами. Да, большинству, блядь, некоторым вообще доверять нельзя, но... Все еще, не все такое. Это то, что Дэвид обвел на карте. Наши вонючие друзья вернулись. А ваш невонючий Кромвелл Уайт должен, к сожалению, уйти, поэтому мы с вами пока что прощаемся, увидимся с вами в следующей серии. Спасибо всем за внимание, простите, что серия получилась не 30-минутная, как обычно, а чуть меньше. Увы,
Так получается. Ну что ж, я с вами прощаюсь. Увидимся в следующей серии. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. Всем пока.